Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин TopMP и видеообзор двух вот таких термокружек, очень удобные автокружки, которые можно использовать в машине, которые можно использовать на работе, в походе и где угодно. Итак, две кружки от производителя Maestro, вот, сделаны, конечно же, в Китае, вот, обманывать не будем. И сегодня я хотел бы рассказать не просто про эти кружки, но и сделать небольшой тест на то, как они держат горячую воду, вот, при разных условиях окружающей среды. Итак, термокружки. Обе кружки у нас защищены от непроизвольного открывания. То есть здесь, как видно, есть защелка. Вверх это открытая защелка, вниз, то есть будете нажимать, она не откроется. Открываем. Здесь у нас удобный достаточно паильник. Кружка раскручивается, выполнена колба из нержавеющей стали. Вот вверх пластик. Пластик достаточно такой приятный на ощупь, то есть можно сказать, что он достаточно прочный. Вот такая вот коллекция Maestro. И вторая кручка тоже идет с антиоткрыванием, то есть непроизвольное открывание. То есть есть вот такой вот сверху вот такая вот защелка и здесь открывашечка. Как видим, система в остальном вся такая же, как и у предыдущей кружки термо. Вот. Также идет колба из нержавейки. По размерам данные термокружки приблизительно одинаковые по высоте. Высота у них получается 24 сантиметра и диаметр 7 сантиметров у обеих термокружек. Итак, дальше эксперимент будет заключаться в чем? Наливаем в обе колбы горячую воду. Одну термокружку мы оставляем здесь же на столе при комнатной температуре. Температура у нас где-то получается сейчас около 17 градусов. А вторую термокружку мы отправим в морозильную камеру. Вот, где оставим их на 4 часа, замер сделаем на 8 часов и потом последний замер сделаем через сутки. Сейчас в данный момент около часа. Итак, мой любимый чайник деревенский. Температура у нас 99 градусов. То есть кипяток. Итак, черную кружку мы оставляем на столе, а эта термокружка у нас идет в морозильную камеру. Эксперимент продолжается, едем дальше. Следующий замер температуры у нас получается через 4 часа. Две термокружки. И сейчас посмотрим, что у них внутри с температурой. Это прям ледышечка у нас. Вот. Для замера возьмем, допустим, не знаю. Видим, здесь кипяточек идет. 50-53. Ну, 53-54 градуса. Правда, хочу сказать, замеряем сейчас не спустя 4 часа, а прошло 5,5 часов. Немножко не уследил за временем, поэтому уж извините.
не совсем 4 часа получилось точно. И второй термос, который был в морозильнике. Как-то не странно, 56 градусов. Практически одинаковая температура. И это на полном серьезе. Я думал, что вода будет как минимум холодная. Фантастика. Тогда продолжаем наш тест. Оставляем теперь на сутки и смотрим, что будет в данных кружках за температура через сутки. А это завтрашние 4 часа. Итак, всем привет. Точнее уже. Итак, прошли сутки, ровно 24 часа с момента заливки воды в две эти термокружки. Здесь кружка стояла у нас при комнатной температуре 17 градусов. Данная кружка, только что я ее достал, как видите, она еще вот во льду немножко. Вот, достал я ее из морозильника. Итак, посмотрим, сколько у нас градусов сейчас в кружках. Это та, что была у нас при комнатной температуре 32 градуса внутри кружки. Вода, конечно, не горячая, чуть теплая. Но вкусная. И теперь кружка, которая у нас была в морозильнике. Открываем, наливаем и замеряем. Температура 13 градусов. И вода, естественно, стала холоднее, чем в кружке, которая была в теплом помещении. Но могу вам сказать, что результат, конечный результат, меня очень и очень порадовал. Несмотря на то, что эти кружки были полностью закрыты, ну вот, и открывались всего, получается, два раза у нас. Вот. И, естественно, сохранение тепла внутри намного выше, чем если мы постоянно будем их открывать. Но в любом случае, через 5 часов температура была 56 градусов в обоих кружках. Вот. Спустя сутки, если при комнатной температуре, даже температура сохранилась на очень высоком уровне, 34 градуса. Итак, могу сказать, что из этих кружек, из обеих, очень удобно пить. Намного удобнее, чем те кружки, в которых просто дырочка. Достаточно четкая фиксация крышек в открытом, ой, в закрытом положении. В открытом, когда вы пьете, немножко придется все-таки придерживать. Итак, если понравился тест с нашими кружками, не забудьте поставить лайк. Понравились сами кружки, оставляйте заявки у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал. А я пойду заваривать кофе и поеду в дорогу. Рекомендую!